Здравствуйте, это город новостей, в студии Валерия Алферова, события жизни города в материалах наших корреспондентов. Сегодня в выпуске. День города. Как Кунгур отметил предюбилейную дату? Автопробег из Петербурга во Владивосток. Чем Кунгур удивил путешественников? Фестиваль высокого полета завершился. Подводим итоги небесной ярмарки Урала. Кто же стал победителем? С днем рождения, Кунгур! В этом году жемчужине Урала исполнилось 349 лет. Стартовав от небольшого Кремля в 17 веке, сегодня город стал мощным административным центром. Как жители города отметили праздник в нашем следующем материале. Кунгур сегодня – это почти 68 тысяч жителей. Это город, в котором приятно родиться и интересно жить. 7 июля, в день рождения Кунгура, на город обрушилось множество приятных событий. Во-первых, это международный автопробег «Великий чайный путь» – самый длинный из существующих турмаршрутов длиной 16 тысяч километров, который стартовал в Санкт-Петербурге. Его участники посетили наш город, поделились впечатлениями и поздравили Кунгур с его предюбилейной годовщиной. Помимо этого, в городе открылись и разные площадки на любой вкус. Народные гуляния и хороводы с центром Русичи, велосипедный сити-квест и выставка работ художников Кунгура, а также множество концертов, игровых программ и всевозможных развлечений для жителей и гостей. В сквере Губкина кипит работа, ведь здесь проходит выставка «Нами гордится даже столица». Мастера Кунгура продают свои изысканные изделия. Замечательное настроение, очень много людей, хороших, позитивных. Супер! Продавец Алена говорит, ее продукция «Шарики с предсказаниями» сегодня пользуется спросом как никогда. А вот и одна из желающих узнать судьбу. Вы знаете, я на этом празднике вообще первый раз. Я приехала из Верещагинского района вот специально посмотреть на небесную ярмарку и попала на День города. И, конечно, начала, как всегда, с ярмарки, вот творчество наше. Потому что я очень сама творческий человек. И мне очень народное прикладное творчество наше нравится. И вот я уже так много идей наворовала, что вообще. Я думаю, что сейчас я могу притворять их в жизнь у себя, на своей территории. Пришло время раскрыть карты, а точнее орех. Так. Мать дорогая, точно. Интересное знакомство приведет вас к тому, что вы круто поменяете свою жизнь. Это будет очень благоприятное изменение. Ура! В День города состоялся не один концерт различных ансамблей и групп. Но десерт ожидал всех в конце вечера. Закрытие фестиваля «Небесная ярмарка Урала». Валерия Алферова, Александр Липин, Галина Крикливцева, телекомпания «Кунгур». По пути чайных караванов в 16-19 веках такой объединял Азию с Европой, а по объемам торгового оборота Великий чайный путь был вторым после Великого шелкового пути. Сейчас другие времена, но благодаря известным кунгурским предпринимателям прошлого, купцам чайторговцам, Кунгур вновь включен в Великий чайный путь. Только теперь уже как в самый длинный международный туристический маршрут. В минувшие выходные наш город стал центром масштабной акции «Автопробег Великий чайный путь». За его стартом в Кунгуре и финалом встречи наблюдала Елена Котельникова. Участники автопробега прибыли в Кунгур около 10 часов утра. Это 8 автомобилей, предоставленных участникам акции компаниями стран, входящих в Организацию Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Сюда же, кстати, входит и Россия. В Кунгур, точнее, к стеле с одноименным названием города, в составе автомобильного кортежа прибыло 36 человек. Их, как всегда было на Руси, встретили хлебом с солью. Хлебом с солью пили чаем, щедро угощаем их. Если говорить о российской части автопробега, он начался в Санкт-Петербурге и будет следовать до Владивостока. Что характерно, именно на Урале, по словам приехавших, дороги позволяют жать на газ. Неделя, как мы стартанули из города Санкт-Петербурга, из Петропавловской крепости, из-под пушки, где Эрнест Николаевич сам самолично дернул, и пушка выстрелила, известила весь Петербург о том, что наступило 12 часов дня. Дорога и трасса пытается сбить нас с маршрута пробками и ремонтами дорог.
совершенно неожиданными. Но чем дальше мы уходим от Москвы, от Нижнего Новгорода, от Казани, тем дороги просторнее, пробок меньше, ремонтов меньше, и поэтому мы вот начинаем идти в графике. Среди участников автопробега «Великий чайный путь» как россияне, в основном это члены питерского клуба автопутешественников, так и китайские, корейские бизнесмены, журналисты, автолюбители, чиновники. Ведь именно в Китае, чайной империи, в прошлые века и брал свое начало «Великий чайный путь». Заранее хотела сюда попасть. Мы не ехали. 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 Ну вот все то, что я сказала, что Кунгур на чайном пути очень значимый город, и что он давно хотел сюда попасть и планировал в течение поездки, там ждал это пришествие в этот город. Цель максимум такого автопробега – международное сотрудничество городов и стран-участников проекта. А цель, которую важно достичь с помощью проекта «Великий чайный путь» на местном уровне – продвижение туристического потенциала Кунгура, а значит привлечение инвестиций, новые рабочие места. Большое спасибо, что вы посещаете город Кунгур. Мы этим очень дорожим. Поэтому в программе автопробега большая культурная составляющая, которая должна еще больше по замыслу авторов и организаторов проекта объединить, упрочить взаимные связи. И следом за радужной встречей у ворот города гости и хозяева направились в Музей истории купечества для того, чтобы поучаствовать в чайной церемонии, а дальше посетили Соборную площадь, где стали соучастниками городского праздника 149-летия Кунгура. И вы должны гордиться этим, потому что у вас в истории были такие меценаты, такие люди, которые ввезли культуру чаепития. Также гости порадовали кунгурскую публику авторской песней, а деловая часть встречи состоялась в конференц-зале гостиницы «Сталагмит», где организаторы и участники еще раз заострили внимание на том, что «Великий чайный путь» – это не пустая бравада, а будущий российский бренд, каких мало. Начинается чайный путь в Китае, идет через Монголию, дальше через всю Россию и многие другие страны, которые можно отнести к чайному. Чай пьют в 100 странах мира. И выращивается в 30 странах мира. Ну, можно себе представить, какой гигантский маршрут нас всех ожидает. Амбиции у нас большие, серьезные. Мало того, что уже сегодня этот проект вовлекает все больше и больше заинтересованных людей, к примеру, потомков Грибушинской династии, отца и сына Дюпалов, которые тоже, к слову сказать, решили присоединиться к участникам автопробега, проект «Великий чайный путь» должен, надеются организаторы, помочь появлению нового вида туризма в России. Считается с проектом, который в Ростуризме, в общем-то, получил поддержку. Это значит, проект «Автотуризм в России». В итоге пресс-конференции участники встречи заверили своими подписями протокол о намерениях, так назвали документ, который в будущем позволит Кунгуру реализовывать на своей территории масштабные проекты международного значения, чем привлекать дополнительные финансовые ресурсы, туристический потенциал, а значит развиваться и расти. Елена Котельникова, Александр Липин, Галина Криклифцева, телекомпания «Кунгур». Вы смотрите «Город новостей». Последнее время в рубрике «Мелочи жизни» мы часто показывали открытые колодцы. Как оказалось, проблема эта повсеместная. Марат Борисов с подробностями. В последнее время нам очень часто попадаются открытые колодцы. Сегодняшний выпуск рубрики «Мелочи жизни» мы решили полностью посвятить этой теме, чтобы в будущем к ней больше не возвращаться. Этот колодец мы увидели по улице Пугачева. Как видите, на нем вместо крышки старый деревянный поддон. Так ребенок туда вот может упасть. Все. Оказаться в этом колодце может не только ребенок, а также взрослый человек или колесо автомобиля. А все потому, что мелочь это без крышки. Еще один опасный колодец мы нашли рядом с кафе «Дорожное». Как видите, здесь также нет крышки. Вместо нее здесь лежит тонкий лист железа. У тебя сейчас ведь новый хозяин. Все вопросы к нему. Полностью согласен. Колодец не может быть бесхозным. У него есть конкретный хозяин. И мелочь эта должна быть под контролем.
А вот жители Малосемейки по улице Голованова к крышке люка, которая находится у них во дворе, отнеслись творчески. На нем появилась божья коровка, а вокруг люка появились клумбы с цветами. Говорят, это детская площадка. Только интересно, где там детям играть? Цветочки? Больше здесь ничего нету. Хотелось бы, чтобы ребенок действительно играл здесь. До детской площадки здесь, конечно же, далеко. Но вот сам подход к крышке люка мне, например, понравился. Мелочь творческая и запоминающаяся. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Так случилось и с самым ярким событием лета, фестивалем воздухоплавания «Небесная ярмарка Урала». В этот грустный и одновременно радостный вечер раскроется главная интрига. Имена победителей олимпийских воздушных баталий над Кунгуром названы. Но как ковалась долгожданная победа? За последними днями небесных сражений следила Татьяна Андреева. В эфире заключительный выпуск дневника фестиваля. Последний день олимпийских воздушных баталий подходит к концу. Взволнованные пилоты вновь собрались на Соборной площади, чтобы узнать, кто на этот раз выделился из всей команды. Пятничный утренний полет для всех пилотов выдался очень быстрым и энергичным. Из-за порывистого сильного ветра выполнять задание было сложно. Но некоторым аэронавтам все же удалось усмирить погодную стихию и завоевать наземные цели. В дисциплине биатлон лидирующие позиции заняла команда «Желтых». Третье место досталось Дмитрию Кузьминых. На втором месте Валерий Латыпов, а золото завоевал капитан команды Александр Дульцев. Также за выполнение сложного задания парное фигурное катание были награждены две пары, которые не побоялись соединиться в столь ветреную погоду. Это пара номер один Александр Сахаров и Владимир Михайлов и пара номер два Игорь Веркипрахов и Марк Фридман. За свои подвиги четверо пилотов получили заслуженные медали. А Игорь Веркипрахов в этот вечер получил еще одну награду за победу в дуэли над своим братом. Но помимо медалей пилотам вручили и сладкий приз. И от всех кулинаров города Кунгура, вот это было лучшее блюдо вчера, лучший продукт, который мы преподносим вам всем. Андрей, иди сюда, ты главный судья, разберешься, это и синим, и желтым. Пилоты по достоинству оценили мастерство кунгурских кондитеров, а некоторые даже предложили проводить каждый день кулинарные бои в рамках фестиваля «Небесная ярмарка», а лучшее блюдо отдавать им для дегустации. За час до оглашения результатов пилоты и организаторы вновь собрались на пресс-конференции, чтобы подвести итоги фестивальной недели. В первую очередь собравшихся интересовало, удалось ли воплотить в жизнь задумку олимпийских воздушных баталий и со всеми ли заданиями справились пилоты. Из 10 полетов мы выполнили 7. Погода нам позволила насладиться нашими полетами. Мы апробировали наше новое упражнение именно в рамках нашей игры, которую мы придумал в проведении воздушных баталий. Вот, это лыжные гонки, фристайл, биатлон, бобслей. Ну, название одно. На самом деле, значит, мы летали над городом Кунгура, работали по целям, которые находятся в городе Кунгуре, на стадионах. А в этом году к выполнению некоторых заданий были привлечены и дети, которые с удовольствием сплавлялись по Сылве на катамаранах, тем самым создавая для пилотов движущиеся цели. И впервые на фестивале воздухоплавания были задействованы пловцы Федерации подводного плавания, благодаря которым стало возможно устроить для пилотов подледный лов. Многие пилоты отметили, что в этом году баталии стали интереснее. Но что об этом думают капитаны противоборствующих команд? Какие цели они ставили перед собой, чтобы превзойти соперника? Старались работать на город, конечно. Стадион, площадь, чтобы больше коротких жителей. Но, естественно, не забывали о соревнованиях. Мы видели, что синие у нас довольно серьезные соперники. И только в небе мы понимали, откуда они стартуют. И после первого полета они у нас очень сильно выиграли. Мы там на горном прошли соревнования через город. Вот, но в следующем мы все отлучили, и нам удалось кое-что. Надеялись на все-таки наше мастерство, и мы больше взяли цели все-таки от городских юных. Вот, но были пилоты, которые старались бороться с желтыми, теми же сестрами, как и они. Свою точку зрения о новшествах проведения воздушных баталий выразил и руководитель пилотов сверхлегкой авиации Александр Кривицкий.
нас тоже была команда «Желтых семь», работали совместно с «Шарами». Вот. Но, может быть, не все мероприятия у нас удались, которые были запланированы в связи с погодой. Вот. А так, в общем-то, удачно, я считаю, работали. И мы старались больше летать над городом, хотя там довольно-таки сложно летать, потому что в первую очередь мы обращаем внимание на безопасность. Участвовать в олимпийских баталиях в этом году решили и три пилота из Германии, и один из Франции. Приехав из Дортмунда в Кунгур, Людмила Самборская даже не ожидала, что воздушные баталии так завлекут ее. Главнокомандующий меня один раз все-таки сказал: ты что, на команду работать не будешь? И мне пришлось поработать. Большое спасибо организаторам. Большое спасибо, что вы вообще на такое идете, потому что с такой армией, да еще с двумя армиями, да еще разделить всех друзей в разные армии, братьев, да, по разным армиям, друзей, приехавших по разным армиям, это еще больше создает очень интересное состояние. Марк Фридман тоже впервые стал участником фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка». За 20 лет он побывал в разных уголках мира, но таких запоминающихся состязаний, как в Кунгуре, в его практике еще не было. Ну, я очень много слышал о кунгурских играх, мечтал попасть. Я скажу, что я не то что доволен, я счастлив, что я был вот здесь. Просто счастлив. Потому что таких полетов, такого количества полетов и таких прекрасных полетов, я не помню, что вот 11 полетов у меня состоялось в этом году здесь. Впервые в этом году на фестивале воздухоплавания появился и официальный спонсор связи – компания «Билайн», которая удачно протестировала новую услугу по мониторингу, определяющую местоположение объектов в пространстве. Тестирование прошло удачно, и в следующем году компания «Билайн» готова к сотрудничеству. В целом, отметили организаторы фестиваля, как в воздухоплавании, так и в сверхлегкой авиации все прошло на высоком уровне. Вот и настал момент истины. Все замерли в ожидании, ведь уже через несколько минут станут известны имена лучших покорителей неба. Но организаторы решили слегка потянуть время, чтобы поздравить одного из кунгуряков с почетным званием, ради которого даже памятник купца Алексея Семеновича Губкина сошел со своего постамента. Почетный гражданин города Кунгура. Далеко не каждому может быть присвоено столь высокое звание. А вот генеральный директор машиностроительного завода Николай Иванович Попов заслужил его за выдающиеся заслуги перед городом и его жителями. Вот сегодня рядом со мной купец. Он, значит, всегда говорил, что надо Кунгуру процветать, быть самым лучшим. И я тоже говорю, что задача моя, которая сегодня как почетного гражданина города Кунгура, делать все хорошее для наших кунгуряков, для наших людей, для нашей дальнейшей жизни. Теперь можно назвать имена лучших из лучших. За участие в третьем чемпионате Приволжского федерального округа по воздухоплаванию призовые места достались кунгурякам. Почетное третье место досталось молодому пилоту Игорю Вертипрахову. Второе место завоевал его брат Илья Вертипрахов. А вот золото чемпионата вручили капитану команды «Желтых» Александру Дульцеву. За 9-й открытый Кубок Пермского края по воздухоплаванию места распределились следующим образом. Третье место у Валерия Латыпова, второе у Станислава Алексина. Почетное первое место и главное награда кубок досталась молодой пилотессе Диане Насоновой. Хочу сказать большое, огромное спасибо моей команде, потому что эта победа весьма неожиданная. Это заслуга всей команды. Более того, поскольку я женщина, ну, без мужчин просто невозможно. Спасибо огромное. Еще хочу сказать спасибо. Но самый волнительный момент настал, когда обе команды во главе со своими капитанами вышли, чтобы узнать, кто на этот раз стал лучшими – синие или желтые. С отрывом в 20 очков в командных состязаниях победила команда «Желтых» под руководством Александра Дульцева. Ну, победителями «Желтые» бывали часто. Ну, и «Синие» побеждали. Я не знаю, какой счет. Вот, не помню. Ну, каково быть в какой-то армии? Да классно, просто коллектив какой подбирается. В этом году были довольно пропорционально две армии, или команды лучше. И вот было интересно бороться. Синие тоже были намерены победить, но в этом году удача от них отвернулась. Нисколько не обидно то, что желтые победили. Кто-то же должен был победить.
Ну, тактически они правильно поставили задачу себе. Вот. Хотя я как бы не совсем рад тому подсчету результата, скажем так. Вот. Не совсем то, что нужно было немножко доработать чуть-чуть правила некоторых по некоторым заданиям. Но я думаю, что в будущем это все случится. А для нас была хорошая школа, были красивые полеты, мы замечательно пообщались с людьми, покатали очень много. Поэтому я думаю, что все здорово. Но для трех пилотов награждение еще не закончилось. Традиционно в рамках проведения фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка» организаторы выбирают героев и героинь. В этом году героем олимпийских баталий стал легенда воздухоплавания Валерий Латыпов. Героем по сверхлегкой авиации стал Михаил Желтухин. А статус героини был присвоен хрупкой женщине, начинающей пилотессии, молодой маме Диане Насоновой. И уже по сложившейся традиции герои вмонтировали в постамент памятника Никиты Летуна медальоны со своими именами. И также по традиции пилоты облили их всех шампанским. Братья Кильмаматовы впервые приняли участие в воздушных баталиях. Хоть в личном зачете ребята и не завоевали призовых мест, зато получили огромный опыт и желание стать еще лучше. В следующий год мы обязательно сюда приедем и будем приезжать уже с намерениями победить. Да. Вот. Добраться до почетных 3-го, 2-го и, возможно, может не на следующий год, но через год, может быть через еще один год до 1-го места. Все остались довольны, и победители, и проигравшие. А если так подумать, то проигравших и нет. Ведь главное не победа, а участие и приятное времяпрепровождение со своей второй семьей пилотами. В сквере воздухоплавателей волновались не только пилоты, но и красавицы со всего Пермского края. Ежегодно в рамках фестиваля для представительниц прекрасного пола проходит конкурс красоты «Мисс Небесная ярмарка». Но в этом году организаторы решили вывести такой конкурс на краевой уровень. Да и голосование на этот раз проходило в иной форме. Судьями стали пользователи сети интернет. Любой мог зайти на интернет-портал properm.ru и проголосовать за понравившуюся претендентку на победу. Наверное, ни мы, ни организаторы не ожидали такого большого ажиотажа вокруг этого конкурса. Количество участниц было очень большим. Голосование проходило очень активно. Конечно, не обошлось и без накруток, но мы тщательно следили за тем, чтобы голосование проходило честно. И большинством голосов мы определили победителя. Участие принимали девушки со всего Пермского края, но третье место удалось занять кунгурячке Наталье Шнайдер. На последних минутах ей было неизвестно, какой приз она может получить, ведь все держалось в строгом секрете. Но ожидание того стоило. За третье место кунгурская красавица получила сертификат номиналом 5000 рублей от косметической компании «Ильды Батэ». Второе место заняла победительница конкурса «Мисс Кунгур ТВ» красавица из Березовки Наталья Ганжина. Свой приз она разделит со своими друзьями в игре «Лазертаг». А вот главный приз «Свободный полет» на тепловом аэростате получила юная красотка из Добрянки Анастасия Смирнова. Вот оно, шоу, которого ждали абсолютно все кунгурики. Тысячи жителей города и гостей собрались, чтобы в последний раз в этом году увидеть огромные аэростаты и крутые виражи от пилотов сверхлегкой авиации. Именно они в первую очередь и появились в небе, чтобы поприветствовать гостей, ну и напоследок выполнить некоторые захватывающие элементы воздушной гимнастики. Следом за ними только уже на земле появились и пилоты тепловых аэростатов. Когда все пилоты собрались на сцене, началась торжественная церемония закрытия. Действительно, на протяжении всей недели наши уважаемые пилоты радовали нас своим мастерством, своим спортивным упорством. И надеюсь, что и кунгурикам, и гостям нашего города понравилось. И сегодня мы не говорим «Небесная ярмарка, прощай». Мы говорим, что «Небесная ярмарка, до свидания». Да здравствует «Небесная ярмарка, 2013 год». В олимпийских баталиях победу одержала команда «Желтых». Но несмотря на проигрыш, каждый пилот синей команды получил сладкие призы в знак утешения. А вот победителям вручили мясные корзинки. Но на этом сюрпризы не закончились. Пилоты даже не успели открыть свои аппетитные подарки, чтобы их попробовать, как на сцене появился главный сюрприз для всех – группа «Вирус». Под зажигательные песни 90-х пилотам гораздо веселее готовить свои аэростаты к зрелищному событию всего вечера – танцы слонов. А вот некоторые покорители неба решили сделать паузу и пустились в пляс. Счастье тебе отдам,
В этом году церемония закрытия проходит не как раньше на берегу Сылвы, а на стадионе Труд. Но несмотря на небольшую территорию, 10 пилотов с легкостью смогли приготовить свои аэростаты для феерического шоу «Танцы слонов». 3, 2, 1, ура! Но и на этом сюрпризы не закончились. Раз уж в Кунгуре прошли Олимпийские воздушные игры, то по сложившейся традиции нужен и их символ. И кунгурским символом стал Олимпийский мишка, который не стал подниматься в небо, как это случилось с его собратом на Олимпиаде в Москве в 1980 году, а наоборот, он стал ждать следующих игр, которые пройдут в Кунгуре уже через год. Вот и подошла к концу еще одна воздушная сказка, а точнее 11-й фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка Урала 2012». Пилоты завершили все свои полеты, кунгурики полюбовались на воздушные олимпийские баталии. Осталось ждать всего один год до самого массового события всего Пермского края, но ожидание того стоит. На этом дневники написаны, и я прощаюсь с вами до следующего года. До скорой встречи! Татьяна Андреева, Алексей Долгоруков, Галина Крикливцева, телекомпания «Кунгур». Мало кто знает об истории воздухоплавания. В 1914 году трое аэронавтов совершили необычное путешествие. Репортаж Юлии Зыковой. Это произошло в январе 1914 года. Три аэронавта – Ганс Берлинер, Александр Гаазе и Арнольд Николай – стартовали в городе Биттерфельд, что в Саксонии. Воздухоплаватели пересекли границу России, пролетев над Ковенской, Псковской и Ярославской губерниями. На юге Пермской пилоты были вынуждены прервать полет из-за непогоды. Они приземлились недалеко от Бисертского железоделательного завода у села Киргишаны. И здесь их приключения только начались. Путешественниками заинтересовались жандармы. На вопросы о маршруте и целях полета незваные гости не смогли дать внятных ответов. Некоторые нестыковки были. То есть они планировали якобы лететь в Швецию. Но у них, например, не было никаких шведских виз и не было шведских денег совершенно. А вот русские визы они поставили в паспорта, и русские деньги у них имелись. Специалисты Краевого музея рассказывают, эта история получила тогда большую огласку. Аэронавтов в сопровождении чинов жандармерии отправили в Пермь. Здесь они находились под домашним арестом. Пока продолжалось следствие, германские пилоты жили здесь, в этом здании по улице Сибирской, в гостинице «Королевские номера». Ну а в суде сторона обвинения пыталась доказать, что в Прикамье прибыли иностранные шпионы, и их цель – разведка местности. Все это случилось незадолго до начала Первой мировой войны. Было известно, что в Германии строят не только аэростаты, но и дирижабли. Воздухоплавательными аппаратами-бомбардировщиками конструкции Фердинанда Цеппелина оснащали германскую армию. Знали об этом и в России, знали и опасались. Может быть, немцы просто разведывают такие вот воздушные течения, чтобы потом сэкономить топливо своих цеппелинов, то есть лететь только за счет силы ветра, а достигнув цели отбомбиться. Масло в огонь подозрений добавлял и тот факт, что германские пилоты приземлялись в Пермской губернии не впервые. Месяцем раньше у села Мысы высадился другой экипаж воздухоплавателей. Задержать их, правда, не успели. Но такой пристальный интерес к Прикамью со стороны немецких аэронавтов настораживал. Берлинера, Гаазе и Николае судили за незаконное пересечение границы. Жандармов насторожила и редкая для Германии фамилия последнего. Известно было, что полковник Вальтер Николае занимал в то время пост начальника разведки
разведывательного отдела германского генерального штаба. Впрочем, доказать, что аэронавты – шпионы, в суде присяжных не удалось. Путешественники вернулись на родину. Уже летом, когда началась война с Германией, губернатору пришлось вспомнить эту давнюю историю, потому что посыпались сообщения о том, что то здесь видели летательный аппарат какой-то неизвестной конструкции, то там. И над Мотовилихой люди увидели летательный аппарат, который двигался в сторону Перми, а потом свернул через Каму, в общем-то, куда-то в сторону Ханска полетел. В Краевом музее рассказывают, на поиски предполагаемых воздушных шаров отправляли и полицию, и добровольцев. Но так ничего и не нашли. Переполох напоминал массовую истерию. И сейчас краеведы вспоминают об этих эпизодах пермской истории с улыбкой. Юлия Зыкова, Василий Дулепинских, телевизионная служба новостей. Далее прогноз погоды, рубрика «Если завтра ремонт». Если у вас есть интересные новости, звоните 2-34-13 или оставляйте на сайте trk.kungur.ru. Всего доброго, до свидания.